Ребята, всем привет! Так, у меня три посылочки получила с Алиэкспресс посылки, но так чувствую, это не мой микрофон. Сейчас с вами посмотрим. Это я уже догадываюсь, что... Помните, я вам рассказывала, хотела заказать чеснокодавку. Я ее заказала. Сейчас с вами посмотрим. Угу, она, видите, какая. Почитала отзывы, все очень хвалят. Сейчас с вами откроем, посмотрим. Вот такая вот чесночница. Вот эта часть железная. И такая она как бы немножко шершавая. А это мягенькая сторона. В общем, будем экспериментировать, пробовать. Вот так, раз, продавил, раз. Вроде бы как легко моется, удобная. Вот такая. Сейчас немножко ярче сделаю. Так выглядит. Ну, такая вроде плотненькая, не хлипенькая. Такая чесночница, чеснокодавка. В общем, попробую, потом вам скажу. Ну, вместе с вами попробуем. Так, раз, раз. И туда все так раз выбрал, и все готово. Вот. Пока нравится. Ну, в деле еще не пробовала. Но по отзывам очень хвалят. Так, чесночница у нас. Есть. Дальше. Это, наверное, заколочки, резиночки. Не резиночки, заколочки. Меня просила Аня на заколочки там одни. Я заказывала набором. Ну, если это они, сейчас проверим. Что-то я проверяла вчера, посылку отслеживала. Мне не показывала, что уже посылка дошла. Да, это заколочки. Вот такой вот набор. Вот, видите. Наверное, камера немножко... Вот так будет лучше. Вот эти вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А я не помню, сколько я заказывала. Мне кажется, там 10 было. А может и 8. Сейчас откроем. Разные. О, все выпадает, они пооткрывались. Сейчас я вам так покажу уже их. Вот. Из бисера беленькие. Красивые, мне нравятся. Давайте какую-нибудь попробуем. Они, я вам скажу, все разные. Все. На вид вроде бы есть похожие, но они все по-разному сделаны. Так вам лучше покажу, видите? Вроде бы похожи. Я думала, вот это одинаковое, и вот это. Нет, здесь мелкий бисер. Здесь цветочки вставлены внутри. А тут покрупнее бисер. Такие вот заколочки. Красивые, да? Сейчас с вами какую-нибудь одну примерим. Ну, можно не одну. Сейчас вот эту. Так, зажимчики, ну, вроде бы неплохо работают. Как там девочки носят сейчас модно? Вот так. Красиво. Не знаю, как правильно. Буду с вами видео сниматься, заколочки. Вот, вот так. Давайте еще какую-нибудь попробуем. Не знаю, мне что-то овальные больше. Давайте такую прямоугольную. Попробуем.
Или вот так делать. Вот это мне не очень как-то. Больше овальные нравятся. Сейчас вот это вот. Хорошо держат зажимчики. Такие. Ну, надо носить одну, они, говорят, с одной ходят. В общем, приедет, поделимся. В общем, для всех. Для всех будут. И для Софийки. София еще не видела. Она уроки делает. Так. Красивые, да? Хорошие. Наборчик. Не стала одну, там брать две. Решила. Я, по-моему, их по акции купила. Сейчас другую посылочку вскроем. А это крабик я себе заказала. Вот такой вот крабик. Аня скажет, я тоже себе такой хочу. Девчонки, вот такой. Это черный пластик. И вот такие вот, как жемчужины. Они переливаются, такие перламутровые. Ну, не знаю. Что-то мне кажется, он маловатый. А может и нет. Разные размеры. И большие были, и маленькие. Но я вот такой вот выбрала. Сейчас волосы попробую заколю, вам покажу. Красоты мы заказывали заколочек. Хочу вам ближе показать. Ну, сделаны аккуратно. Такой вот крабик. Я думаю, у меня на волосах, я специально был белого цвета, а я думаю, у меня волосы черные, пусть это будет с волосами сливаться, а тут будут такие вот жемчужины перламутровые. Ну, аккуратненький. Очень даже симпатичный. Так, девчонки, заколола. А как же ж мне вам показать? Ну, я сейчас вот так сяду. Не знаю, видно? Я ж не вижу, что я там снимаю. Вроде бы видно, да? Ну, так. Хорошо держит. Мне кажется, да, красиво, да, там на волосах? Красиво. Сейчас пойду на себя тоже посмотрю в зеркало. Можно будет еще себе какую-нибудь прикупить. Красивый, да? Сейчас посмотрю на себя. В общем, такие покупочки. Крабик хорошо держит. Ой, снимается с волос, не тянет за собой волосы. Хороший, можно еще заказывать. Так что такие покупочки. Я, конечно, ждала микрофон больше всего. Залазь, Микки. Залазь. Хоп. Скажи, мамулька, что ты тут покупаешь без меня? Ну, микрофона почему-то еще нет. Хотя я его... Посылка это вся в один день я, по-моему, заказывала. Привет, Софийка. Смотри. Мою мечту, подожди, я сегодня у моей одноклассницы. Поздоровайся. Всем привет. Я сегодня у Алины. Алина, ты это видео будешь смотреть. Ты знаешь, вот ты сегодня в таких была, у тебя там две заколочки висели, я это помню. Вот, Аня попросила себе до одна, а я много разных заказала. А что здесь нет таких же, только квадратных, вот здесь запомнил. София, они разные все. Вот такие квадратные, вот такие квадратные. Ты хочешь себе померить? Что ты не повторяешь? Они все разные. Все-все-все. Давай, так, к примеру, вот сюда, да? Ну, не, ну не так как-то надо. Больше, наверное, на бок. Хорошо держат, да? Нет. А, держат-то, да. Давайте я вторую пришиплю. Да я уже пробовала. Ух ты, какая девочка у нас. Вот так. Красивая. Да ходят с одной или с двумя ходят? Мам, ходят, знаешь как, не с двумя, а вот здесь две вешают. А-а-а, вот это у нас с дырочкой, а это целая. Давай можем вот так сделать. По две надо, да? Вот так? Не туда, вот сюда же только две.
Вот так, дай. Мама ничего не понимает. Конечно. Вот так их носит сейчас. Вот так? Так да. Надо похожую брать по этому, по узорчику. Или вот это, да, подходит? Давай вот эту больше. Нет. А, вот это, да? Да. А грабик ты себе заказал? Грабик. Да, красивый. Вот это? Один? Да. Да, они более похожие хотя бы. Будешь так сегодня ходить, я так решила. Оп-оп. Вот так? Да. А это что? Пустой пакет. А у нас еще есть одна посылочка, но она пустая. Я пошутила, это пакетик. А как этой чеснокодавкой пользоваться? Вот так, берешь чик и продавливаешь. А, типа вот лежит чеснок и так? Да, надавила, она продавила. А вот здесь все остается? Да. И как его отсюда выковыривать? А ты вот так ножиком так раз, счесал и все. Ну, дома так. Прикольная чеснокодавка. Угу. Это типа вот так? Да. Модница 2021. Все, и такие у нас покупочки. Классно. Ну, ждем микрофон. Да, микрофон еще не должен прийти. И Элочке заказала, она просила вот эту штучку. Помните, я заказывала для шерсти катушки срезать. Потом ей можно, например, там, если волосы, шерсть от животных счищать, с одежды, с мебели. Вот, у меня такая есть. И она попросила себе. Вот, так что ждем. Так, ребятки, погода у нас на улице хорошая, тепло, хорошо. Сегодня пересмотрела прогноз погоды. Все нормально, никакого холода такого нет. Это, наверное, у них что-то на сайте было не то. Я как посмотрела плюс 5, думаю, ну это ж вообще холодно. Греночки покушали вот эти вот с творогом с удовольствием. 3 штучки осталось сегодня уже. И София в школу брала на перекус 2 штучки. Да, Микки, хочешь тебе один? Две греночки. Вот, вкусненькие. Так что, модница. Модница, сковородница. Хорошо, и этот, ну, знаете, как бывает, так неаккуратно сделано. Эти аккуратненькие. И крабик. Молодцы. Китайцы молодцы. Вот. Кузька так смотрит. Интересно, думает, игрушечки какие-то. Вот что же мама там показывает? Так интересно и наблюдает. Что же мама показывает? Ты тоже хочешь? Пакетик, да? Пошелестеть не надо. Он грязненький. Сейчас Софийка нам покажет поближе. Тут волосики, да, закрыли. Все, отлично. Красиво смотрится? Красиво смотрится. Угу. Сейчас Софийка мне поближе снимет. Микуська. Красиво, хорошо? Очень. Красота. Так, давайте все-таки проверим. Эксперимент проведем, как же чеснокодавка давит. Видео так все классно, легко. Почистила один зубочек. Надо придавить. И вот так. Может быть, вот так. О, да, усилие придавить. И все. И вот он весь чесночок выдавился. Теперь ножичком берем. Так раз. И чистили. Ну что, удобно. Удобно. Сейчас я попробую промыть. Может, я плохо додавила? В принципе, вот я додавила еще сильнее. Надо давить, девочки. И все. Сейчас мы ее помоем. Ну, я вам скажу, да, легче моется. Так, под водичку поставил с этой стороны. У меня тут одна точечка осталась. Ну, легче мыть, чем обыкновенную вот эту чесночницу. Вот эти, которые у нас раньше были. Ой. Ну, это надо зубочисткой тоже
продавить. Ну, удобно, я вам скажу, удобно. Все чистенькое. Так что, может, кому-то понравится, советую. Мне понравилось, хорошо, быстро давит.